шортом снимать. Так, ну, если кому как бы непонятно, да, и как всем понятно, это же очевидно. Это днище, днище самой известной башни, в мире башни. Famous building. I know that the Burj Khalifa is just now in this time is very famous building, a very tall building in the world, but its building is very famous and historical building in the world. Why so? Because it's old building. History of Eiffel Tower of Paris. It's I don't know. It's his history, but all men on the world know this building. So that maybe all of these persons, come on. Maybe all of these persons take a ticket to lift on the top on, but I don't know how much does it cost. I don't know how much does it cost. So that I'm happy just to be here near the under the Eiffel Tower. Eiffel Tower of Paris. So very many people at night of 24 June, yes? 2023, yes, АБХСС. Бүгін 24-ші қазір осы ақпаратты тікелей эфирде мен жұбайым жалғастырады енді қазақша. Сол, жалғастырып атырмыз. Қайырлы кеш, достар. Только айрат. Просто этот Джолдан Гинкшкине шаршадык, но сейчас вот приехали, да, Хилдык. Because we came from Brussels, from Napoleon, which? Waterloo. Yes. From Belgium, came for about 300 kilometers. Our car started too with us because it's some donkalak, короче. Біздің да машина шаршап кетті, біз де өздеріміз шаршап кеттік. Бір дөңгелекті бүгін накачать ету керек. Жаңа ғана көрдік шыққанда. Осы машина примерно 670 метрдей осы жерден бастап қазір тұр. Паркингта. Бүгінгі паркинг 7 утраға дейін получается, таңертеңге дейін. Таңертең 7-ге дейін тегін болады. Иә, тегін болады, солай дейді. Бізге солай дейміз. Білмейміз. Үш кісіден сұрадық. Сол үш кісі айтты бізге. Енді сол бісмілля деп осы жерге келдік. Біз бісмілля деп машина ана жерде тастадық. Ең басты қажетті мәсе. Білмеймін. Адамдар шулап жатыр, білмеймін, өтіп жатқан шығар ма, білмеймін. Бірақ біз бісмілля деп машинаны бүкіл құжаттарымызды алдық. Енді осы жерге келдік. Достар, міне Эйфелева башня, самая известная башня в мире. То есть такая вот она красивая. Да, конечно, извините, что прямо из-под низу снимаем, но даже под низом находиться мне это уже тоже что-то. Да. Я думаю, так, главное, как говорится, находиться здесь, и это, да. Это что-то. Да. Это... Вот и кереметизм. Да. Такой. Вот примерно передаем ощущения, да. Впечатления. Возможно ли передать ощущения через экран, через видеозапись, я даже сам не знаю, но примерно хотел... поделиться, наверное, или хотели поделиться свою радостью, наверное. Всем желаем того же, побывать здесь, ну, это точно, тоже интересное место. Да. И во всех местах в мире. И поэтому, как одно из таких мест, это получилось у нас, да. Вон луна, да. Сегодня светит, в Брюсселе вчера не светило так, а сегодня прямо, ну, Аллах шукур, сол,
күн ашық болды, аспан ашық, аспанымыз ашық болды, сол аспанымыз ашық болсын. Күн сәулесі түсе берсін бізге аспаннан. Құдай бізді сақтасын. Шүкір деп айтайық, тәубә деп айтайық, бісмілә деп, вообще жақсы сезім. Получается, чувствуем мы себя. Да. Соу, да? Да. Дорогой. Кажется, вот это вот, осындай, как, солпотворение, такой вот кипиш, кажется, тут всю ночь. Ну, смотря на то, что столько туристов сюда едет, машину еле поставили. Да, машину, кстати, невозможно поставить. Мы, конечно, не снимали это все, но мы там парковались. Пока там один, но это вообще целая история. Парковались, наверное, 2 часа, да? Не час, там 2 часа. Там. Мы парковку искали, наверное, 2 часа. То есть доезжать до Парижа намного быстрее, чем найти парковку, а еще и парковаться там, блин, потому что все тесно. Ну, это, наверное, очевидно. Почему? Потому что сюда собираются люди со всего мира. Вот. Людей очень много, и все вот так вот прямо смотрят, вот как мы, наверх. А как еще им смотреть? Ведь нам тоже так хочется смотреть. Поэтому вот так вот, такие вот ощущения. Так, ну чуть-чуть мы в сторонку типа отходим. И вот, типа, чуть-чуть вот так со стороны вот типа снимаем, постараемся. Что там? Ты прям, да-да-да-да. Так. Ну вот так вот красиво, я не знаю, на экране тут что там. Это типа светятся лучи, да, наверное, да. Ну, как еще? Красота. Так, сейчас чуть-чуть вот, если подальше. Аргарай. Щетки. Вытсек. Щетки. Ос жерден. Баска. Турбулат шар. Қазір әртүрлі ұлттар осы жерде әдемі ғажап көрініс. Мүмкін ана жерге, білмеймін, біз билетті чуты әзірше ана жерде очередь көп. Я очередь көп білген жоқпыз, ну вообще, наверно, сұрап көру керек. Жарайды, видеоны тоқтатайық әзірше, содан кейін тағы да келесі кездескенше осы видеода и эфирде. Да. Yeah. Все. So.